Дорогие друзья, всем привет! Я сейчас буду играть в ШД, но не один, со мной ГХГ. Я его перетащил, точнее не я его перетащил, он решил перейти на Brawl Stars, и теперь будем больше пилить совмесок. Привет! Привет всем, привет, Вань, вот. Как ваши дела? Вообще отлично. Смотрите, он до этого не играл в Brawl Stars, поэтому, ну, ему много чего еще объяснить надо, но он вообще реально еще... Он только сегодня узнал про автоатаку, представляете? Поэтому... Ну, да. Поэтому будет интересно, и, возможно, даже это можно пилить на постоянной рубрике, в плане того, что вот новичков много в игре, и вы вот тоже много мне вопросов задаете. Вот, допустим, с ГХ будем пилить, ему что-то непонятно, он спросил, я ответил, оп, и для вас уже что-то полезное. Поэтому ставьте лайк, если хотите больше совмесок. Так, в общем, ГХГ недавно открывал бокс на своем аккаунте, потратил 2000 гемов на это, поэтому он выбил себе ПМ, и мы сейчас поиграем, попробуем ему объяснить, как на ней играть. Я взял рикошета, ну что ж, ты готов? Да, я готов, я уже примерно знаю парное столкновение, мы уже играли с Ваней да, сегодня. Да, поехали, и мы тащили там, между прочим, так. Так. Но не ПМ. Ну не, да, за других, бокс конечно. Бокс слева. Да, иди забирай, я пока тут заберу. Так, ну и напишите в комментариях, каких персонажей взять в следующем ролике, там, ГХГ мне, кого бы хотели посмотреть на обзор, чем поиграть, короче, пишите. И ваши вопросы тоже в комментариях, будем отвечать. Так, там в центре, конечно, вот когда ты за пиратку... А, уже там ничего нету, отлично. Так, автоатачим. Автоатачу. Так, отлично. Так. Я смотри, чтобы нас не зажимали, поэтому... У меня ульта скоро появится, не боись. Я ее никак не могу догнать. Так. О, я бокс нашел. Короче, у меня ульта появился, если что. Так, став быстро. А, все, я проиграл. Блин. А. Жесть. Нас зажали. Зажали, да. Но я еще, понимаете, ребят, играю сейчас на основе, и у меня 200 кубков. Вы представляете, у него 0, а у меня 200. То есть нам подбирают сразу таких соперников, которые уже более-менее прокачались и разыгрались. То есть нам еще тут нелегко будет. Но я думаю, мы затащим сейчас. Короче, у них нету ГХГ в команде. Да нет, просто что по кубкам подбор тут, понимаешь, зависит. Ну хотя по-разному. Может кинуть и на нубов, а может и на более-менее нормальных. Тут движуха. Бегу. Так, кого-то они там бокс уже... разбили. ГХГ уже полетел кого-то там выносить, я пока тут еще... Ага, отлично, тут, да, кто-то есть? Да. Ага, да, бум, не подходи близко, не подходи. Так, сейчас минус Шелли. О, там сейчас будет они замес, все, залетаем. Залетел. Хилку ставлю. Не надо. Зачем, я уже поставил. Не надо, ты не поставил ее. А как ее ставить? Ну, ты нажимаешь на желтый кружочек, и там область выбираешь, куда ее поставить. Точнее, не область, а место. Так, погнали в центр. Сейчас в центре поставишь хилку. Я проверил, тут никого нет. Ставь ее желательно вот сюда, в кусты. Или посередине. Как хочешь. Вот так, отлично. Все, и вот этой области нас подхиливает она. Все, вот это топ-1. Скриньте, пацаны. Все, мы победили. Ну, сейчас будет. Мы хорошую позицию выбрали, они там как раз между собой. Сейчас я Брока убью. Оп, отлично. Да. Слушай, она что, вечная, что ли, эта хилка? Да, ее пока не убьешь, она не пропадет. Прикольно. Не так... уходи от меня далеко. Да нормально, я тут всех убиваю. Сейчас Шелли убью. Смотрите, пацаны. 3, 2, 1. Ах, риснулся кто-то, Брок риснулся. Я ее убил. Да. Аккуратно. Оп. Иди к хилке. Да все нормально, Ваня, что ты переживаешь? Топ-1. Все, 11 банок у нас, неплохо так. Тут еще есть много интересных режимов, но об этом в следующих роликах, не все сразу. Так, поехали. Слушай, ну реально из этого можно делать постоянную рубрику. Да, нажимай. Смотри, тут еще тебе это не будет надоедать, потому что каждый день карта в этом режиме меняется. Вот сейчас мы играем, где мостик, да? Вот, тут тащат, ну, в основном дальники. Есть карты, где много кустов. Там ты уберешь уже ближников, Шелли, там, Була, потому что, ну вот, они там... В кустах же ничего не... Ух ты, ё-моё, тихо. Я умер, не подходи, давай я риснусь. Так, жду. Все, уходи наверх, там есть боксы, давай туда. Да я играю за жирную скотину, не боись. Да, но все равно. Так, давай, убивай бокс, только не бери банку, подожди, когда я риснусь. Ага, ты случайно взял, ну ладно. А я там... А, да ты рядом стоял просто, да пох. Че, убьем? Да, погнали, я ультую. Ух, просто на автоатаке, видишь, никакого скилла не надо. У меня ульта есть, если что. Пока не надо. Надо. Твоя ульта нужна где-то так, чтобы стать на одном месте и там. Так, надо добить его. Надо окружить надо. Мы идем за ним. Ладно.
Ой, я тупица. Ладно. Подожди, я нажимаю автоатаку, а он в другую сторону стреляет. Не знаю, так. Может ставить? Да нет, нет, не нужна пока. Надо убить эту турель, давай убьем ее. Все, убили, убили. Отлично. Так. Вот здесь можешь... По... Нет, стоп, не надо. Ставь вот тут, вот тут, вот тут, в этом, в этих кустах, да, ставь. Все, отлично, давай тут пока стоять. Будем отстреливаться. Еще 4 команды. Надо. А что-то много команд еще. А у нас немало боксов-то? А, что-что, боксов? Да ну так, средние. Так. Угу. Туман скоро будет у нас. Нормально, нормально. Да они так. Сюда не идут. Сейчас я проверю центр. Никого в... А, нет, есть там турель. Все, больше никого, давай центр. Оп, убиваем, убиваем Эльприма. Убил, убил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда автотащик? Еще один там? Да он, короче, автотащил. Ультанул. Блин, он, короче, ультанул, прям на нас прыгнул, у него ульта такая. Ну, плюс один, но тебе, наверное, больше дали. Да, слушай, 4 дали, да, они все в одном месте собрались. А ну, нажми выйти, отмени, я нажал. Давай попробуем что-нибудь заменить для разнообразия. Я возьму сейчас, короче, Пенни, мы будем... Нагибать сейчас, где у меня Пенни? Вот она. Блин, конечно, кубка у нее не так уж мало. Ну, нормально. Так, а что у тебя? Кем бы Фрэнка ты хотел? Взять? Не-не, только не Фрэнк. На этой карте только не Фрэнк. Давай Джесси, сейчас я его качну. Давай Джесси, нормально. Джесси будет нормально. Как раз офигеть, Пенни Джесси. Офигеть, а я ее прокачал. У нее 1066 урона. Ого, 7-й уровень, нифига. У меня 7-й уровень. Я его в магазине постоянно 7-й уровень покупаю. Это уже мощно, это можно апать уже на фул ее, поэтому вот за нее и играй. Вот если тебе интересно, за кого проще всего, вот тебе за нее будет проще всего. Так, отлично. Мне бы с этой автоатакой разобраться, то иногда что-то она как-то у меня не работает. Но смотри, допустим, если рядом стоит ящик, и рядом бегает какой-то чувачок, то есть автоатака может реагировать на ящик, а не на чувака, поэтому тут... Так, ну что, давай их... Потихоньку. Так, кого зажимаем? Мне нужна ульта. Да, она всем нужна. Так. О, они как раз так стоят. Угу. Аккуратно там у кольта ульта. Видишь, вот у него такой контур вокруг круга красный. Так. Это значит, что он уже накопил на ульту. Оп, туда Эльприма прыгнул, отлично. Давай, давим. Все. Ставлю. Я ставлю турель. Тоже поставил. Так. Все отлично. Тут тоже был. Супер. Аккуратно. Не подходи сильно. Да-да. Вон он. Да-да, стреляй туда. Все отлично, мы его оттуда. А у нас тарелька, мортира тут, нам нужно тут тусить. Да ну не обязательно. Ну так, рядышком просто стоим. Ну у тебя мортира тогда достает. Все, я накопил на новую тарель, так что все окей. У меня тоже. Ставить? Ставь, да. Поставил. Ага, Бул ушел, отлично. Они все ушли, что мы ее ставили. Нормально. Подходи, сейчас он подойдет, там у нас два мортира. Ай! Все, нормально, я замансовал. Так, все, убили. Давай убили. центр заходим. Надо проверить. Ты ж курсишь, что ты когда у тебя мало хп, и ты стреляешь, ты не хилишься в этот момент. Ой, больно. У тебя идет отхил, когда ты долгое время не атакуешь. То есть, если хочешь отхилиться, не стреляй, просто бегай и хилься. Угу. Если ты будешь отстреливаться, у тебя приостанавливается хил. Так, она на турельку мою нарвалась. Оп, минус, отлично. Оп, там резнулся челик. И снова на турельку мою. Да пох, мы его убьем, у него 0 банок. Давай внизу. Так, я сейчас поставлю мортиру вот сюда. Хотя у меня мортира... А, да, кстати, тут еще фишка в том, что чем больше у тебя банок, нельзя, тем сильнее твое здание дефа. Поэтому обновлять. Ай, баня. Да все, топ-1. Отлично. Мне было просто больно в какой-то момент. Вот это мощная связка на этой карте, на самом деле. У нас да, два здания деф, это, конечно, жесть. Нажимай, готово, поехали еще. Так, смотри, вот, допустим, у тебя стоит там мортира, да, вот, но ты ее поставил, когда у тебя было 4 банки, и у тебя снова накопилась ульта, но у тебя уже, допустим, 7 банок. Есть смысл ее обновить, потому что мощнее становится твое здание дефа. Угу. То есть не только ты мощнее становишься, и твое здание дефа, только ее надо обновлять. Так, что-то... Но нам повезло, у нас сразу 3. Да, начало у нас уже хорошее. Так, давай пройдемся тут поверху, посмотрим, что тут. Так, пока никого. Вон там движуха в центре. Ну да, в центре, но пока... Так, все, вот тут становимся пока. Давай убивать этих. Давай, да, нит убиваем, все.
А, чтобы она мишку сейчас не использовала. Да, бля. Я убью. Все, я убил, ухожу. И ты уходи. Нет, ухожу. Тебя убьет, скорее всего. Я мансую, как царь. Да-да. Ай. Так, ладно. А че он меня догнал-то? Он труп. Он быстрее чуть передвигается, по-моему, если я не ошибаюсь, чем ты. Ты собрал без меня. Так кто там резнулся опять, ё-моё? Откуда? А, это ты! Я думал, кто-то резнулся с ниоткуда, блин. Ага, так, там челики. Покко с кем-то. Ну, моя мортира. Да, мортира пока стоит. Да-да-да. Можно добить его. Да-да-да, аккуратно, там Шелли. Все, я ее убил. Опа, динамайк. Так, я мортиру поставил, дабы на нас бык не агрился. Убиваем его. Его надо убивать. Пока мало ХП. Вот этого быка. Нельзя его отпускать. Все, отлично, это победа. Так. Ай, а что это было? Все, по-моему, мортира его убила. Отлично. Там турелька еще моя стояла. Как я так быстро сдох? Блин, вообще, вот это весело играть такой связкой. Вообще, однозначно, когда особенно и у тебя, и у меня есть здание. Так, ну что, в принципе, неплохо, мы подняли кубков, даже мне, слушай, я пропал немножко. Я пробустил тебя. Ну да, кстати, за счет тебя, возможно, подбираются соперники чуть слабее, потому что у тебя мало кубков, это на самом деле тоже работает. Вот, ну в общем, пишите в комментариях, кем нам играть в следующей серии, вот, и это можно на постоянной рубрике записывать, возможно, вам что-то будет полезно, потому что, ну, ГХГ реально, он вообще не играл, вот он новичок-новичок прям. Вот, да, конечно, какие основные азы вопросов я задал уже холдингу. Да, у него, кстати, на канале видосик, я ссылку оставлю в описании, забыл об этом сказать в начале. Ну, в описании заглядывайте, там всегда полезные ссылки. Чекните. Зацените его видос, там он самые вопросы для новичков основные задал, поэтому, возможно... Спасибо тебе большое, Вань. Пожалуйста, спасибо, ребят. За автоатаку вообще прям респект и уважуха, братан. Открытие, да. Открытие. В общем, подписывайтесь, ждите новые видосы и до новых встреч. Хороших вам, ребята, хорошего вам настроения и побед. До новых встреч. Всем удачи, всем пока. Пока.